Акция «Стихи и песни о святых», которая пройдет в клубе «Артерия» при храме святителя Николая на Трех Горах, объединит почти два десятка музыкантов и станет творческим свидетельством о христианской святости, заявили РИА Новости организаторы мероприятия. Наш проект объединит 15 музыкантов разных жанров. Мы хотим проложить мостик между церковным преданием и сегодняшним поэтическим и песенным искусством, рассказал музыкант и один из организаторов вечера Павел Федосов. По его словам, это не будет концерт православной авторской песни, а скорее альтернатива этому определению. Основной целью мероприятия он назвал сбор и сохранение творческого свидетельства о христианских святых и святости.